Так, сегодня 20-11 месяц. Правда что? Ну да. Такая посылка из Германии нам приехала. О, как тут все вообще. Прям руки-ноги у меня не утерпели сделать анбоксинг. Немецкое качество. Немецкое качество товара. Проверить, посмотреть. Катя нам прислала. Пришла посылочка. Кто понимает по-немецки, читайте. Ну, а кто не понимает, как я. Сейчас будем распаковывать посылочку. Оп. Так, что же у нас сегодня здесь есть? Сразу скажу, что это лекарство. Не лекарство, а всякие препараты. Немцы славятся качеством своих немецких препаратов. Всякие пилюли. Вау! Чудо, Катя, спасибо. Это подарочки. Витаминки. И уложила на шоколад. Замечательно. Замечательно. Человек даже ссылочку на нее не жалко оставить. Покупайте у нее. Покупайте качественные продукты из Германии. У них там действительно качественные пилюли. Все, всем спасибо.